Романе Григоровичу, я рада вітати вас у нашому ефірі. Бажаю всім здоров'я. Навзаєм, на календарі у нас 14 травня, це для глядачів, які дивляться наш стрім. Якщо ви не проти, я б хотіла нашу розмову розпочати із заяви розвідника, головного розвідника України, так, пана Буданова. Він, зокрема, дав два інтерв'ю, одне із них виданню New York Times, в якому сказав, що Російська Федерація може найближчим часом почати наступ під Сумами. Атаки росіян в Харківській області триватимуть ще 3-4 дні, після цього буде наступ у напрямку саме Сум. Тим часом, зокрема, в ефірі телемарафону він сказав про те, що станом на зараз невеликі групування сил вони отримують у прикордонні місто Суджа з боку Російської Федерації, але ситуація допоки не дозволила їм приступити до активних дій і розпочати здійснення свого плану. Ситуація не катастрофічна. Романе Григоровичу, ну, Сумська область – це наступний напрямок, і, ну, знову ж таки, ось ці заяви Буданова, одна з них для нашої аудиторії, інша для західної, чи як ви розумієте ці слова? Ну, однозначно, надо смотреть просто кому идет, то есть какой таблоид его будет печатать и куда это направление информации. В конце концов, главное управление разведки, это же основные разведчики с одной стороны, но и основные дезинформаторы, это тоже надо четко понимать. И для себя вычленять определенные, так сказать, в крупицы информации для понимания процессов то, что происходит. Ну, это все-таки это основная подача в режиме информационно-психологических спецопераций. Для этого и есть главное управление разведки. Вопрос у нас, оно, конечно, заняло такую позицию больше медийную, по крайней мере, из того, что мы слышим. Этого, в принципе, нигде в разведках мира нет абсолютно, так как в основном разведки. В основном все разведки военные, они в составе генштаба находятся. Даже в России это ГРУ, ГШ, тот же самый ОМАН в составе генштаба ЦАХАЛа. То есть, по большому счету, это у нас пока так, это та системная ошибка, о которой мы неоднократно с вами говорили. То есть, силы спецоперации создали под управлением генштаба в составе вооруженных сил, выдернули из-под ГУРа 3-й и 8-й полк спецназа. А ГУР туда забыли перевести. То есть, туловище, руки-ноги перевели, а голову оставили в Министерстве обороны под командованием Мумерова, Резникова. Ну, то есть, проблема с покраской яиц, она осталась, а вот добавилось, скорее всего, еще информационное такое сопровождение. Ну, отрабатывают гуровцы, в принципе, его неплохо, с одной стороны, но вот оно должно прекратиться, и прекратиться это информационный поток после того, как, наконец, кому-то придет в голову восстановить, в конце концов, эту систему управления и главное управление разведки, вернуть обратно под управление генштаба, чтобы оно возглавило там силы спецоперации. Тогда это будет такая единая структура с принятием решений на выполнение боевых задач, ну и, естественно, получением развединформации в закрытом режиме, потому что это все-таки главное управление разведки. И медийный механизм надо оставить уже медийщикам, которые должны быть тоже под управлением ГШ, то есть без Министерства обороны как такового. Это не политическая тема. Информационно-психологические спецоперации и подача информации в информационный поток – это тоже некоторые действия военного характера. То есть их надо, естественно, контролировать из одного центра, информационного центра, который мог бы согласовывать практически все направления. Но это должно быть типа ЦИПСО, что-то Центра информационно-психологических спецопераций. И там должно быть там 2-3, может быть, спикера, которые могут выходить на разные направления. Вот сейчас из-за того, что у нас такого единого центра нет, на себя перебрал эти функции Буданов, то есть руководитель главного управления разведки. Но еще раз повторюсь, это не его функция. Это у нас так сложилось в стране, это системная ошибка самого, ну, скорее всего, это все-таки внешне была в свое время нанесена такая серьезный удар по нашей системе управления. У нас нет единого видения развития управления в государстве. Вот мы говорили уже неоднократно о том, что у нас нет военно-воздушных сил, у нас воздушные силы, руководимые тем же ПВОшникам. У нас главное управление разведки подчиняется гражданским лицам, а не встроено в режим генштаба. И таких вот механизмов очень много.
которые надо менять или восстанавливать, или, по крайней мере, может, вплоть до того, что создавать заново. Министерство внутренних дел, монстр, который впитал в себя погранцов, МЧС, ГУНП, систему дознания и так далее, и тому подобное абсолютно. Миграционную службу, которая к ним никакого отношения по большому счету не имеет. Этих механизмов у нас очень много, проблемных, которые надо выстраивать или строить заново. Так, все таки щодо ситуації у Сумській області, начальник обласної військової адміністрації говорить про те, що рекомендовано мешканцям, які проживають в 10 кілометрах від кордону з Російською Федерацією, їм евакуюватися. Тобто щось можливе, ну, зокрема, те, що відбувається, такі самі події, як на Харківщині і в Сумській області. Ну, если чуть екстраполироваться, дело в том, что у нас за 10 лет войны, по большому счету, у нас примерно участок в 500 километров непонятно, как вообще держался. У нас была граница с Россией, на части, которой мы воевали, а на второй части сало заворачивали. Ну, вот примерно так это выглядит. Если развернуть эту карту, то есть там воюем до Купянска, от Ростова, от Новоазовска до Купянска воюем, а от Купянска до практически Черниговской области сало заворачиваем в эту карту. Но такого не может быть, то есть, или не может быть долго, по крайней мере. То есть это линия фронта вдоль линии границы с Брянской, Курской и Белгородской областями Российской Федерации, она должна быть линией боевого соприкосновения, уже давно, давным-давно должна быть, причем с нашей стороны она уже должна была быть. Россияне, скорее всего, ждали и поняли, ну, как-то надо этот вопрос решать, и начали разворачиваться вдоль линии границы, как линии боевого соприкосновения. Поэтому дело времени, когда вдоль всех этих практически 500 километров возникнет линия фронта с нашей стороны, ну, по крайней мере, с севера, то есть со стороны Черниговской области, Сум, проводились определенные фортификационные мероприятия, то есть там отрывали довольно-таки серьезный такой пакет укреплений. Единственное, что напитывать его надо достаточным количеством войск, боевой техники и разворачивать линию фронта. Но она и сама сейчас развернется, сейчас ее россияне развернут однозначно. То есть мы это уже видим. По Харькову это началось, вот они до Сум дотянутся. Я так думаю, до Черниговщины, то есть со стороны тех же, помните, Климова, Клинцы, это Брянской области, они на Черниговщину так же само будут двигаться, потому что там как минимум две базы есть, вот и тоже Климовы, и те же Клинцы. Мы когда-то там 5 бортов российских отминусовали патриотам. То есть эта вся линия фронта, она однозначно загорится. Не сейчас, так потом, и к ней надо однозначно быть готовым. А то, что направление, допустим, на Сумы, ну, это оптимальный вариант для россиян. То есть это дорога московская, так называемая, с Москвы, если так по общему направлению на Сумы, потому они когда-то однозначно там начнут. И то количество войск, которое у россиян есть, развернуто вдоль этой линии границы, около 50 тысяч войск, это недостаточно для широкомасштабных наступательных действий. Мы это видим прекрасно, то есть максимальное количество было сосредоточено на Харьковском направлении. Они там завязли, они дошли до второй линии обороны, завязли, подойти они, в принципе, по некоторым позициям даже еще не подошли. Там есть вклинение, в основном 3-4, может быть, 5 километров по основным направлениям, где-то есть вклинение до 7 километров по направлению к Харьковской объездной дороге. Вот они пытаются до объездной дороги добраться армейской артиллерии. Потому и напротив Сумы, вообще напротив Черниговской, Сумской и Харьковской областей, это у нас будет линия боевого соприкосновения. Это надо для себя четко понимать. Военное командование об этом прекрасно знает, а то те действия, допустим, наших областных администраций в попытках выселения гражданского населения с 10-километровой зоны, они, мягко скажем, запоздало и уже. Во-первых, не 10, а 30 надо выселять. Почему 30? Это радиус работы, ну, максимальный, не максимальный, но номинальный радиус работы армейской артиллерии. Россияне, если подойдут и начнут двигаться, то они на глубину где-то в 30 километров смогут обстреливать на наши подразделения военные, ну, естественно, гражданских будет доставаться. Потому не 10 километров, это для гражданских, для украинцев конкретный призыв. 30 километров от линии границы
выйти, то есть найдите механизмы, как вывести детей и самим выехать, постараться переехать из этой 30-километровой зоны, и это будет линия фронта. Причем примерно так лет на 10, это надо четко понимать, лет на 10 линия границы Украины с Россией будет линией боевого соприкосновения, глубина 30 километров работы армейской артиллерии. Богдана говорить про те, що ситуація на Харківщині стабілізувалася, а видання New York Times, перепрошую, пише, що наступні кілька тижнів стануть вирішальними для України на фоні ситуації в Харківській області. Генералам доведеться вирішити, куди направляти військових у бій на кордон із Російською Федерацією чи у часі ДР, аби утримати Донбас. Чи можна говорити про те, що війна вступає в таку критичну фазу? Ну, она не так, что критичная. Дело в том, что в ближайшие несколько недель, если говорить вот об этой публикации, к нам будет заходить по партии вооружений. Причем она же не одномоментно заходит. Идет напитывание фронта, будет заходить по партии вооружений, в основном американская, причем разноплановая, там очень много модификаций вооружений. И понимая о том, что где-то через несколько недель, ну, где-то на июнь месяц уже большинство вооружений зайдет, напитается фронт, россияне будут сейчас пытаться это окно возможности использовать. Ну, это тоже логика процесса, и это и так понятно, на пальцах, в принципе, объяснять сильно не нужно. То есть они понимают, что зайдут на июнь серьезные вооружения, то есть до июня они будут пытаться давить везде, где только можно. То есть везде, где у них есть хотя бы малейшая возможность давить, они будут давить. Почему, допустим, на Сумы давить не смогли? Да они просто не успели развернуться. Они по Харькову начали раньше, чем хотели начать. То есть видно, вот есть определенные периоды подготовки, они их ускорить невозможно. Пересброска войск, разворачивание, ну, забазирование, разворачивание, подтягивание резерва – это целый процесс, который имеет, то есть его можно рассчитать по времени. Так вот, почему они не начали по Сумам, они просто еще не развернулись. У них, по большому счету, разворачивание должно было быть на третью декаду мая. Это мы постоянно об этом говорили. Конец мая, начало июня, вот они начали бы где-то там двигаться. Так, они так и развернутся, может быть, чуть ускорятся сейчас в районе Сум, но они где-то развернутся на третью декаду. А по Харькову тоже понятно, что начали раньше, чем могли реально двигаться. Почему? Потому что зависли они на Восточном фронте. Мы же видели, как этот накал страстей у них был, информационного потока перед 7, перед 9 мая, перед инаугурацией, перед скрепными датами. Они там должны были что-то захватить, где-то заскочить, с Часовьяра сбросить, на Славянск выйти, Константиновку взять, Торецк окружить. Мы же помним эти все заявления россиян. И тут они обломались полностью. Ни 7-го, ни 9-го ничего не произошло. Негатив обратный, естественно, поток, он негативный, раз ожидания были напрасны, то для россиян нужно было этот негативный обратный поток чем-то перебить. Потому они тут же начали движение в районе Харькова, понимая, что там есть серая зона. Что такое серая зона? Опять же, не надо этого пугаться. Дело в том, что мы не можем провести первую линию обороны или там вторую основную линию вдоль линии границы, непосредственно у границы. Она проводится, отрывается на несколько километров вглубь, в зависимости от даже не так границы, как лучших мест для размещения опорников, для размещения средств поставки, для выявление определенных там или рисование новых ракадных дорог. То есть это целый комплекс мероприятий. И вот эта серая зона между линией обороны и границей, там не 5-7 сел, вот как сейчас на Харьковщине. Если посмотреть от Черниговщины через Сумщину на Харьковщину, там где-то больше сотни сел. Сотню, то есть по большому счету россияне сейчас развернутся вдоль всей линии границы и двинутся до нашей основной линии обороны, они в серой зоне могут занять до 100 сел, да если не больше. Это надо просто для себя понимать. Если у россиян стояла задача, допустим, поднять на флаг какие-то положительные механизмы и положительную подачу, вот они заскочили в эту серую зону в Харькове, все их ждали, развернули там дополнительные части, туда резервы подтянулись. То есть на второй линии обороны. Не на первой. Первая – это сигнальная. С первой, естественно, как только они начали двигаться, наши войска отошли на вторую, их сейчас удерживаем. Но серую зону они занимают.
Я для чего это говорю? Для того, чтобы четко было понимание. Они везде, где только начнут двигаться со стороны границы, они дойдут 3-4 километра, пока не упрутся в наши редуты уже основной линии обороны. Большой вопрос, еще раз его повторю. А где наши минные поля? То есть вот эта серая зона, она должна быть проминирована вот в ноль практически. То есть это линия обеспечения, так называемая зона обеспечения. Перед основной линией обороны должны быть минные поля, километры в толщину минных полей. Вот от границы до линии обороны это должны быть минные поля. Но что произошло? Там сотни сел, прямо вдоль границы. Некоторые просто на границе. Для того, чтобы минными полями, вы же представляете, чтобы минными полями это все засеять, то там не должно быть ни одного гражданского, ни одной бабушки с коровой, ну и так далее и тому подобное, со всем уважением к бабушкам. То есть, эту операцию до сих пор не провели. Вот только сейчас мы слышим, что вот надо 10 километров выехать оттуда. Так это надо было делать с самого начала, стартовать, когда начали отрывать линию обороны, надо было принудительно вывозить оттуда людей и минировать эту серую зону. Вот вопрос по минным полям. На будущее надо понимать четко эту тему, потому что у нас такая же самая картина еще и с Беларусью, там 1000 километров фронта. Но не фронта, по крайней мере, пока границы, и там не просто надо все это оставлять, потому что там, скорее всего, та же самая ситуация. Минных полей нет, почему? Потому что там грибники ходят, или роют бурштин. На янтарь. То есть это совсем другой подход. Надо переходить на военное восприятие действительности. Лет на 10 понимать, что у нас линия границы с Россией, минимум с Россией, это 1000 километров границы. Это линия фронта, причем на глубину в 30 километров с несколькими... Посмотрите на ту же линию Суровикина. Но это 30 километров пакет до практически Токмака, то есть если брать от Работина или Орехова. То есть вот такая линия обороны должна быть вдоль линии границ. Так, Роман Григорович, а вибір може ось цей постати перед нашим військовим керівництвом захищати, зокрема, так часи ярну Донбас, мається на увазі, чи прикордонні? Да, не будет такого выбора. Будем и то защищать однозначно, потому что это общая линия обороны. Да, придется уменьшать плотность войск. Вот здесь вопросов нет. Плотность войск придется уменьшать на одном участке, размазывая практически весь вдоль всей линии границы. Для того, чтобы быстро поставить в строй несколько бригад, вот сколько нам надо бригад? Допустим, если бригада там 10-15 километров берет, то здесь где-то несколько десятков бригад надо. А это значит около 50, от 50 до 100 тысяч человек сейчас надо ставить в строй. И чем быстрее, тем лучше, как раз для создания этого фронта. Здесь только силовики, вариантов больше нет. То есть силовые органы внутри страны, это правоохранительная система, надо быстро ставить в строй, то есть пропускать через полигоны обязательно. И закрывать границу. Это вот такой оптимальный вариант. Тем более идет железо. Железо же оно само стрелять не будет. Потому надо готовить, подготавливать войска и ставить в строй именно в состав вооруженных сил Украины. Не МВД, не ГУНП, не там пограничники или нацгвардия, а именно в состав вооруженных сил Украины должны быть полноценные бригады. И не ТРО, и не связки какие-то. То есть это должны быть полноценные бригады мотострелковые, оптимальный вариант именно мотострелковые, которые могут удерживать линию фронта и дальше обучать молодежь. Лучше сразу заводить молодежь под обучение новыми системами вооружений, причем с задачей профессиональной армии. То есть это не мобилизационный механизм должен быть. Не мобилизационный механизм, это механизм рекрутинга в вооруженные силы Украины. То есть под контракт армии, а дальше уже лет на 10, это как минимум, с расчетом на 10 лет, чтобы люди четко понимали, что они идут служить в вооруженные силы Украины, становясь госслужащими и видеть дальше свою карьеру в ВСУ.
То ви говорите про те, що залізо йде. Якщо говорити в цьому контексті, то відомо, що до Києва прибув з неофіційним візитом держсекретар Ентоні Блінкен, і після цієї зустрічі з президентом Зеленським Володимир Зеленський сказав про те, що Харкову та області потрібні два патріоти. А також Блінкен обіцяє для України прибуття більших об'ємів допомоги, яка змінить ситуацію на полі бою. Тобто кажете, ну ось про цей місяць так треба витримати, я так розумію, травень, початок вже червня, ситуація кардинально зміниться. Однозначно, где-то месяц. Вот приезд Блинкена, конечно, поддержал в такой тяжелый, реально тяжелый момент, психологический в том числе. Вот если бы Салливан приехал с Бёрнсом, вот тогда были бы вопросы, что приехали, опять сдаваться. А когда приехал Блинкен, у него видение процессов понятное, тем более они уже вносят сейчас коррективы в предвыборную программу. То есть они уже понимают прекрасно, что потеря территории Украины или отход, или какие-то негативные моменты очень сильно ударят по Байдену и вообще по демократической партии, они слетят с этих выборов. Там вопрос не в Байдене, вопрос вообще в демократах, как в Белом доме, который будет пытаться переизбраться вся эта администрация. Поэтому понимание процесса уже есть. Естественно, вот приезд Блинкена такая поддержка. Вот здесь уже большое спасибо, по крайней мере, можно сказать, Блинкену как минимум, так как, во-первых, приезд совпал с некоторыми поставками вооружений, ну и его появление, его слова, слова поддержки, они дают довольно-таки хороший толчок нашему военно-политическому руководству, народу Украины, как раз направленный на противодействие российской агрессии. И я думаю, не с пустыми руками Блинкен-то приехал. Вы сами понимаете, он что-то привез. Это что-то сейчас в ближайшее время мы увидим как минимум на харьковском направлении. Сподіваємося. Роман Григорович, а чий сигнал це також приїзд Блінкена? Ну, власне, і в цілому так для Заходу, тому що ми ж розуміємо, що чимало різного роду публікацій, так, з так званих ІПСО, наразі також шириться не тільки на території України, а й за її межами. Однозначно, это же как раз я о чем и говорю, что вот если приехал бы Салливан или Бёрнс, они вечно приезжают с каким-нибудь навозом, вытащенным из-под Путина, а приехал Блинкен, Блинкен приехал, то есть Блинкен приезжает решать вопросы, причем поддержки это однозначно, поэтому здесь вот большой посыл, я же говорю, большое спасибо, что именно Блинкена прислали. То есть это такой серьезный посыл нашим партнерам, ну и нам, для нас это тоже важно. То есть поддержка, уже такая, можно сказать, двухпалатная поддержка Конгресса, естественно, и Белого дома в лице Блинкена дает надежду на то, что эта ситуация тяжелая для нас, мы из нее выйдем победителем. Ракети атакували бази ППО окупантів на Ай-Петрі. Загинув, зокрема, командир військової частини Олександр Кулаковий, ще один військовослужбовець. Пишуть, зокрема, про це телеграм-канали. Відомо також, що на горі розташована секретна військова база ППО 3-го радіотехнічного полку Збройних сил Російської Федерації. Ну, чи можна зробити висновок, що не така вже тоді і секретна? І що нам це дає? Это секретная база, она там расположена лет 70 после Второй мировой войны. Там Советский Союз расположил базу, она была такая секретная, туда подъехать нельзя было действительно, но все знали, где она находится, и на всех картах она обозначена. Причем вплоть до целеуказания для любой ракеты, которая идет по GPS-навигации. Ну, это так для понимания процессов по спутниковым определенным координатам. Потому такая секретная, что россияне там расположились как у себя дома, называется. Естественно, как только было подтверждение нахождения там командного состава, туда прилетела ракета и выполнила боевую задачу уничтожения российских военных объектов. Вот именно для этого нам нужны были ракеты. Для уничтожения где-то уже до 200, если так считать, 150 стационаров, 50 мобильных военных объектов, вот где-то 200 военных объектов российских, вот так будет уничтожаться. Это и выполняется задача завоевания превосходства в воздухе перед заходом F-16, они уже где-то на подходе, уже ими так, мягко скажем, на горизонте миражи появляются, миражи не самолеты, явления. Миражи F-16 уже где-то есть. Естественно, перед заходом надо уничтожить ПВО противника, чем и занимаются наша авиация, то есть это ракеты воздушного базирования, скорее всего, Storm Shadow или Scalp.
Відомо, що найбільший завод «Газпрому» зупинив виробництво. Мова про нафтопереробний та нафтохімічний комплекс «Газпром» «Нафтохім» «Салават» в Башкортостані, так, який вразили, зокрема, 9 травня безпілотники. Армен Григорович, чи ця ситуація може, в принципі, змусити Путіна до якихось відходів на фронті, якщо говорити так в загальному плані? На данный момент нет. Должен быть эффект накопления, синергии так называемый. То есть они должны увидеть, что это идет постоянные масштабные удары по углеводородке. Вот любой удар беспилотником по любому практически заводу не выводит его из строя полностью. То есть на определенное время, пока они его восстанавливают. Туапсинский 3 месяца, они его запустили. Хороший удар был по установке подготовки нефти. Да, 3 месяца они ее ремонтировали, как-то его запустили и поехал дальше. То есть, если бы каждые 3 месяца, каждые 2 месяца били по одному и тому же заводу, но только все заводы были задействованы вот в таком режиме, но для этого надо каждую ночь по несколько НПЗ минусовать. То есть для этого надо достаточное количество беспилотника. У нас пока его нет, так как занимаются 2 спецгруппы, то есть Главное управление разведки, Служба безопасности, накладывают санкции Малюка, санкции Буданова. Они действенные, но они не масштабные. Их надо масштабировать. Вот когда займется военно-воздушные силы этим, то есть когда займутся летчики и инженерно-технический состав, будут каждую ночь отправлять по полсотни-сотни беспилотников, причем самолетов типа «Ниндзи», мы же это видим, или «Цесны», в зависимости от дальности. И когда начнут гореть, каждые 2-3 месяца начнет один и тот же завод уничтожаться российский, вот тогда можно будет говорить, что они будут какое-то решение принимать, и это сразу же скажется на фронте. Даже вот уничтожение нескольких баз топливных в районе Луганщины тут же вызвало определенный по времени на несколько дней дефицит дизеля у россиян. Они даже уменьшили движение техники на линии боевого соприкосновения. Сразу попроще стало и в районе Донецка, в районе Угледара, и даже в районе Работы. То есть это общее направление. Поэтому масштабирование это важно. То есть увеличение количества и расширение географии ударов. Цікаві події відбуваються і у Архангельську. Там горів теплохід Ломоносов, і, судячи з кадрів, вогонь охопив обидві палуби судна. І за інформацією МНС, площа пожежі становить практично 1000 квадратних кілометрів. За даними місцевої влади, постраждалих внаслідок займання немає. Романе Гройчу, це ж все не випадково. А все, що буде зараз горіти в Росії, це не просто так. Очень много групп сейчас помогают Украине. Причем эти группы, некоторые серьезные, некоторые просто партизаны, некоторые одиночные, причем самый оптимальный вариант как раз одиночкам. Если хотите, чтобы вас никто не сдал и не поймал, оптимальный вариант работать в одиночку, выполнять боевые задачи, уничтожение российского подвижного состава, российского там того же морского флота, неважно какого уровня, естественно, всех военных объектов, которые как-то помогают России быть империей как таковой. А естественно, такие действия по уничтожению российских военных объектов на территории России внутренним сопротивлением, это не обязательно это наши спецслужбы, это внутреннее сопротивление, которое сейчас выходит на определенный новый уровень, мы уже видим консолидацию по будущим государственным образованиям, причем она пока происходит за рубежом России, то есть на других площадках других стран, но она происходит, то есть организуются группы, которые будут бороться или борются за независимость от России, то есть за развал, а это реально за развал Российской империи как таковой. И вот такие действия уничтожения того же плавсредств – это один из вариантов такой борьбы. И традиционно 3 блиц-запитання для вас подготовила. Скажите, будь ласка, визит Путина до Си – это на поклон чи демонстрация Союзу? Если кто-то к Си едет, так это точно на поклон. Он, это ж восприятие, это Восток. Это слишком тонкое, тем более Дальний Восток, здесь свои механизмы. И потому, если Путин туда едет, однозначно на ковер и на поклон. С чем? Понятно. Едет со своими задачами, уедет с задачами Си. Это как всегда, к начальнику приходишь со своей идеей, уходишь с идеей начальника. Так вот здесь та же самая картина. Поедет Путин
что-то просить у Си, а Си ему даст ему то, что надо Китаю, и поставит свои задачи, и будем понимать, когда Путин вернется, вот Си будет понимать буквально в ближайшие несколько дней эти задачи. Мы видели, как это было в 2022 году. Съездил на поклон к Си и приехал воодушевленный и побежал Украину захватывать. То есть получил команду от своего сюзерена и выполнил, попытался выполнить. А сейчас как с поджатым хвостом, как побитая собака, вернется обратно докладывать. Хозяин не шмогла, ну вот примерно так, будет просить технику. Сейчас он будет просить у Си Цзиньпиня технику. В ближайшие несколько месяцев, ну к концу года, если с такими темпами, по крайней мере, пойдет уничтожение техники российской, то к концу года у них на складских остатках практически уже ничего не будет, будут работать с колес. Этого мало для выполнения боевых задач, будет просить технику. Посмотрим, как Си себя поведет. Путін, призначивши Патрушева своїм помічником, списав його? Так, це списання. Він практично не оставив йому ніяких речагів управління, якусь морську тему на нього повісив. Ну, де Патрушев, а де море? Це такий тонкий намек, повісь собі на шию якорь і утопись. Ну, от примерно так. Списал однозначно. Хотя, конечно, Патрушева списывать миру пока не надо. Это все-таки одиозная фигура, за ним довольно-таки серьезные силы стоят. Он еще может свое фе высказать в сторону Путина. Затримання людей Шойгу, це загрожує самому экс-министру уже? Ну, однозначно. Это как минимум давление на Шойгу. Давление такое, которое даст возможность тем кланам, которые стоят за Шойгу, его придавить. То есть началась перетурбация в военно-политическом руководстве России. К чему она приведет? Она может привести к появлению какого-нибудь очередного черного лебедя и полной перезагрузки вообще отношений внутри Российской Федерации. Может быть, что угодно. Добре, Роман Григорович, будемо слідкувати за тим, як будуть розвиватися події, звичайно, будемо аналізувати. Щиро дякую за всі ваші цікаві відповіді, дякую за те, що ви щоденно приділяєте час нашим глядачам та ділитесь своїми знаннями та порадами. Друзі, я також хочу подякувати за увагу і вам. Я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу, залишайте свої коментарі, залишайте свої запитання, і ми обов'язково будемо ставити їх нашим шановним спікерам. Щиро всім дякую за увагу, зустрінемось вже завтра в ефірі. Роман Григорович, буду вас чекати. Дякую.